считаю, что Россия должна занимать принципиальную позицию во всех регионах мира. И мы не должны способствовать действиям, которые нарушают баланс в мире. И практика показала, что когда вмешиваются извне в развитие внутриполитической ситуации, то получается негативный результат. Это и Ливия, это и Ирак, это и Афганистан. Вроде бы из добрых пожеланий там вмешались во внутренние события, в результате многотысячные, а иногда сотни тысяч жертв жителей той или иной страны и неспокойная ситуация в этих странах. Абсолютно правильная позиция нашей страны, чтобы прежде всего стоять на обеспечении стабильности, ну а стабильность в том числе обеспечивается поддержкой той власти, которая избрана легитимно и действует уже многие годы на этой территории. И я просто, с одной стороны, приветствую такую позицию и не приветствую то, что произошло, например, в Ливии, когда мы занимали более мягкую позицию.